Помимо квартиры в Токио, у Кагами есть еще одна. Но, как вы не знаете, находится она в Ростове-на-Дону, на Чкаловском. И вот мы, поколение чудес, и решили отметить Новый год здесь. О, если бы мы знали, почему об этом в новой серии баскетбола Куроко. А спонсором новогоднего выпуска являются китайские фейерверки «Сюрпрайз». «Сюрпрайз! Угадай, куда полетит!» О, первая ласточка! Что? Какого лешего ты делаешь у меня дома? Дурень, я неделю здесь уже живу. Или ты думал, мусор сам себя выносит? Боже, не знаю, что случилось. Пока дошел, у меня 5 раз пытались номер взять. Ну так для тебя это привычно, ты же модель. Ну так не вместе с телефоном же. Кстати, это тебе. Крокочи! Так, я молодой и без башни. А так взрослые, солидные. Майка всегда заправляется в шорты. Ты правила читал? Наконец-то! Серьезные подарки от серьезных пацанов! Это не подарок, это мой талисман с сегодняшнего дня. Думал взять плюшевого мишку, но что-то через полквартала передумал. Странно у вас тут правда. Ну, эти, прикрыли спортивных костюмов. Телефоны дарят, извиняются за что-то. Открыто! Я же сказал, открыто! Ну почему я такой сексуальный? Акаши, вся команда в сборе. Акаши! Подними меня. Ага, сейчас. Погодите, есть! Давайте елку включим. Праздник как-никак. И эта елка, а почему такая облезлая? Не нравится моя? Иди теперь более пышную. Весь район обошел. И вообще, приперлись на праздник в баскетбольной форме. Почему? Не при параде-то. А бывает другая парадная форма? Ладно, о чем с вами говорить? Сидите здесь и ничего не трогайте. Сейчас вернусь. Эта елка меня угнетает. Я не хочу оставаться с ней в одной комнате. Доверьте дело профессионалу. Дедушка, Снегурочка! Я здесь! Что? Куроко! Какого лешего ты делаешь у меня дома? Впрочем, не важно. Ребята, чтобы получить подарки от Деда Мороза, нужно прочитать добрые стишки про зиму. Вы ведь читали зиму, ребята? Ну, кто первый? Что, повышение путь до чайников?
Зачем мне книга по кулинарии? Зиму отстал, понимаешь? Зимушка настала, мерзнут бог и зай. Не ломай систему, тоже замерзай. Где мой подарок? Похлеще, чем Хэллоуин в Америке. О боже, Куроку, как же ты так? Смотри, какой синяк! Я случайно. Три раза? Вот так, весело и с огоньком пошло празднование Нового года и поколения чудес. Это подтвердили и пожарные, и полиция, и реанимация. И еще раз пожар. Ребят, это не я.